Я думаю, каждый наслышан про самую честную игру в мире, под названием CSGO, где нет ни одного читера и все игроки играют честно. Ну что ж, всем привет, ребята, с вами Авладукс, и сегодня я сам решил убедиться, столько ли читеров в CSGO, сколько об этом говорят люди. Ну что ж, погнали! Для чистоты нашего эксперимента я решил создать новый аккаунт без прайма. Далее на этом аккаунте сыграем 5 игр 2 на 2. И после чего уже сделаем наш вердикт о честности игроков. Перед тем, как меня пустили в ММ, мне пришлось достигнуть 2 уровня в CSGO. И я был приятно удивлен. За все те игры, которые я играл в обычных матчах, мне не попался ни один читер. Все ли так хорошо в бесплатной CSGO? Ну а теперь стартуем нашу первую катку. Уже на разминке, подбежав к базе противника, я заметил, как мне прилетел просто хедшот. Я думаю, тут сразу же все понятно. Первая катка, и нам уже попался читер. А мы уже переместились во вторую игру. Там я отыграл полную игру. И не заметил ни одного читера. И именно поэтому я решил вторую игру полностью отдать честным игрокам. Я нажал кнопочку «Сдаться», и победа засчиталась им. Далее я начинаю поиск уже третьей игры. Тут уже все было намного жестче. Как я думал, в этой игре нам попались честные игроки. Но спустя пару матчей я уже заметил крутые хедшоты и довольно классные прострелы, которые нас убивали. Тут и в моей команде, и в команде противников нам попались читеры. Поэтому уже третьей катке я ставлю читы. Ну а я уже полетел в четвертую катку. Тут нам попались уже довольно честные игроки. Я также отыграл полную катку, и в итоге мы все-таки даже выиграли. В четвертой катке я ставлю нормальных игроков. А далее мы сразу же переносимся уже в пятую завершающую катку. Тут я всячески пытался батить игроков на включение читов. Но уже в конце, когда нам пообещали включить читы, этого не произошло. И мы также благополучно выиграли эту катку. А вот и результаты нашего эксперимента. Сыграв 5 игр, я заметил всего лишь 2 игры с читерами. И я думаю, это довольно неплохо, так как все кричат, что в CSGO слишком много читеров. Но я сам убедился, что это не совсем так. А вот был такой вот информативный ролик от меня. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока-пока!